Привет, мои хитовые! Я Василиса, и это «Свежак». Помчали! Больше не вожу «Кадиллак». Малыш, увы, это так. Кажется, Дилара записала дисс на Моргена. Популярный блогер Дилара Инфлюэси выпустила свой первый трек типа с очень интересными отсылками в тексте. Также девушка обозначила свой финансовый статус, упомянув в треке, что она владеет салоном красоты и Майбахом. Ну что ж, наблюдаем дальше. Да, типа, он хочет вап, мне нужны только фейти. В комнате жарко, когда входит байди. Это сложно не заметить. Парень без денег не может быть следить. Белый не под фэнди, хожу типа Кэн. Твой парень прикольный, хочу взять в аренду. Я верну его назад. Клава Кока выпустила новую песню «Нумёт» и посвятила ее своему бойфренду Александру. Да, тому самому, кто выиграл шоу «Сердце Клавы». В треке артистка призналась, что практически сходит по нему с ума, хотя характеры у них разные. Вот такая вот медовая любовь. Dead Blunt поделилась отрывком нового сингла «Питер. Город криминала». Премьера состоялась 29 марта. Нет тела, нет дела, с мертвой точки сдвинули. Чей тогда Калашников? Подкинули. Каждый знает то, что Питер – город криминала. Минимально принципов и очень много нала. Сколько было выпито и сколько тут пропало. Приезжайте в Питер, это город криминала. По сообщениям инсайдеров, релиз делюкс-версии альбома Doja Cat Scarlett Su Cloud Frolla запланирован на 5 апреля. Новый студийный альбом Камилы Кабея получил название XOXO. Премьера состоится 14 июля. Анна Асти сообщила, что новая песня уже готова. Она будет немедленной, но она будет про высшие силы, которые помогают нам идти дальше. Dua Lipa выпустила акустическую версию сингла Training Season. Семенович выпустила клип на песню «Гладиолусы». Аня постаралась на славу. Ох уж этот начес и бесконечные пайетки. Что уж говорить о сюжете. Боевик, не меньше. Драму в виде размазанной туши и грустного выражения лица тоже добавили. Нюша выпустила новую песню. Певица дала название треку «Сверху вниз». В тексте лирическая героиня обращается к возлюбленному. «Что же ты молчишь? Ведь я тебя хочу понять. Лучше объяснить, меньше будет боли». В начале этого года Тана опубликовал сингл «Декатур» на продакшн Зайтован и SX Prena, который по праву можно назвать одной из лучших работ дискографии юного исполнителя. Сегодня артист дополнил работу из предстоящего релиза «Бана», выход которого ожидается в этом году классическим уличным визуалом. Один из главных бенгеров с недавнего альбома «Yet» 2093 «Breathe» был дополнен насыщенной на события визуализацией с обилием референсов на массовую культуру, переносящей зрителя в футуристическую вселенную. Продакшн трека – дело рук Бад Хау и Starboy. Trippie Redd и Machine Gun Kelly выпустили совместный альбом «Jenner Sad Boy» 29 марта. Предварительно артисты опубликовали сниппет одной из предстоящих коллабораций. Судя по всему, Кол Беннет планирует визуализировать абсолютно все композиции из альбома-компиляции Lyrical Lemonade – All is Yellow. На очереди впечатляющая масштабная работа, в записи которой приняли участие TZ Touchdown, Juicy J, Качаясь, Denzel Curry и Lil B. В этом году Big Sean планирует представить вниманию аудитории новый альбом, и, похоже, он готов начать его роллаут. Вслед за видеоблогом, погружающим зрителей в рабочий процесс артиста, Шон опубликовал впечатляющий фристайл «Whole Time» в своих социальных сетях. Участник творческого объединения «Hella Hills» возвращается со вторым синглом за 2024 год. Работа «Epats» выполнена в характерном для артиста мрачном и агрессивном звучании. Над ее продакшеном работали Луву, наиболее известный по сотрудничеству с Салуки. После распада хип-хоп-коллектива «Брокхэмптон», ставшего одним из феноменов музыкальной индустрии середины 10-х годов, многие из экс-участников группы всерьез занялись сольным творчеством. Не стал исключением и Мэтт Чемпион, в
последний раз выпускавший какой-либо релиз в 2017 году. Дебютный альбом «Микас Ландри» во всей красе раскрывает талант Мэтта к написанию песен, выполненных в различных жанрах и настроениях. Гостями проекта стали Ди Джон, Дора Джар и Дженни из коллектива Blackpink. Закончив дилогию «Уинск», Муравей приступил к дальнейшей работе над своим творчеством. Белорусский артист объединился с давним коллегой DJ Kev для создания продолжения совместного альбома «Ферма». Пластинка включила в себя 13 композиций, среди которых можно заметить коллаборации «Семи», «Да Чемодан», «Крец», «Гуляй Рванина», «Вайб ТГК», «Бенгом» и другими. Дэнни, анонимный артист из Москвы, который работает в рейдж-звучании, выпустил сингл «Тормоза». В своей вселенной исполнитель сплетает мотивы мотокультуры, так как сам является ее частью, что также транслируется при помощи маски, одежды и соответствующего агрессивного звучания. Вслед за фристайлом, опубликованным ранее, Big Sean возвращается с лид-синглом Precision из предстоящего сольного альбома, премьера которого намечена на этот год. Над инструментальной составляющей трека работали Fancy, Teddy Walton, Aaron Bow, Tom Kerr и Zakari. Вслед за премьерой совместного альбома We Don't Trust You, Future и Metro Boomin дополнили одну из главных композиций стильным уличным визуалом. Трек Type Sheet записан в коллаборации с Трэвис Скотт и Playboi Carti. Над его инструменталом также работал продюсер Dee Rich. Новая публикация данных в Instagram. Певица выставила небольшой тизер к предстоящей премьере долгожданного альбома Child Star 11 апреля. Комар над ухом. В сети не оценили пение Алексы. 35-летняя экс-участница фабрики звезд Алекса Александра Чвикова на днях сообщила, что собирается возобновить карьеру певицы. «Волнительно, и я чувствую, что мой первый выход на сцену будет сопровождаться слезами. Я очень соскучилась. Туры тоже в планах», – призналась артистка. Алекса поделилась видео, на котором напевает хабанеру «Кармен» «У любви, как у пташки, крылья». Чисто комар над ухом в 3 часа ночи, не оценили подписчики. Бьянка выпустила новую песню совместно с Птахой «Тук-тук». Неужели старая Бьянка возвращается? Пару дней назад вышел долгожданный альбом «We Don't Trust You» от Future и Metro Boomin с участием таких звезд, как Kendrick Lamar, Playboi Carti, Travis Scott, The Weeknd, Young Thug и Rick Ross. Альбом был анонсирован еще в начале 2023 года, но его релиз задержался до 2024. Вторая часть альбома ожидается на 12 апреля. Lucky продолжает выпускать синглы, приуроченные грядущему альбому Gemini, который должен увидеть свет в ближайшее время. Композиция All Love построена вокруг аутентичного ретро-сэмпла. Над ее продакшеном работали Бернт Рэмбо и Клауд Бивой. Клип – дело рук Кола Беннета. Future и Metro Boomin продолжают визуализировать основные композиции из нового совместного альбома We Don't Trust You. В отличие от стрит-видео на Type Sheet, коллаборация с The Weeknd Young Metro удостоилась высокобюджетного визуала с обилием красивых сцен. SZA сообщила, что из-за слива треков Deluxe альбома Lana ей придется начать писать треки с нуля. Cardi B поделилась сниппетом сингла под названием Trophies, который войдет в ее предстоящий второй студийный альбом. Ava Max анонсировала новый сингл My Oh My. Премьера состоится 4 апреля. Серебро – белый альбом. До этого много лет назад работа выходила только на дисках. В белом альбоме всего одна песня – Song No. 1, но она представлена в 13 разных вариантах ремиксов и ремейков. Максим Фадеев сообщил, что нас ждет больше релизов старых неизданных синглов группы. А еще кто-то из вас в сторис подсказал выпустить треки «Серебро», которые мы записывали, но по разным причинам не выпускали. Их тоже готовим к изданию. В общем, по «Серебро» много новостей будет. Альбом уже доступен на всех стриминговых сервисах. Всем бонжур! У меня замечательная новость. Мой трек «Горький шоколад» попал в несколько плейлистов, в частности в ВК и Яндекс. Порадуйтесь вместе со мной! We'll be right back.
Главные зарубежные новинки этой недели: Шакира, Лас Муэрес, Ян Лоран, альбом. Оливия Родриго, Гатс, Спилт, альбом. Тайла, Тайла, альбом. Камила Кабелло, I Love It. Girl in Red, Sabrina Carpenter, You Need Me Now. Dua Lipa, Training Season, Acoustic Version. Skywater, Lil Nas X, Nine Lives, Light. Традиционная подборка новинок за эту неделю. Главные русскоязычные новинки этой пятницы: Нюша «Сверху вниз», Клава Кока «Ну мед», Кристина Си «Гита», Токсис Егор Крид «Save That», Ани Лорак «Танцы», Юлия Савичева «Под кожей» мини-альбом, Бьянка «Птаха» «Тук-тук», Леонид Агутин «Бог об этом не просил», Кристина Кошелева «Догони меня», София «Love Me in the Morning». На сегодня это все. С вами была Василиса. До скорой встречи!